баллам не стоять и все остальное. Даже когда она будет сидеть, вот просто так, она типа неактивная, просто сидит, мы будем выливать ДПС. Перед ебалом никто не стоит, и, соответственно, здесь возле катапульт, потому что она тыщет в этот момент. Ну, по кругу, думаю, это сказать. Пошли, пожалуйста, Петр, Владин. Пускай танки сразу поделятся, то есть срез держит основной трэш, а воет этот ловит большого моба. Спасибо. Угу, хорошо. Рыбка была, да? Да, была. Да, была. Все, все поняли. Да, погнали. Пускай. Охуею с тех, кто будет с пула стоять возле гарпунов, нахуй, или там лужится. Смотрите сам внимательно за этими машинами, мобы большие крутят бэша, блядь. Милики, сразу отходите, потому что они срежут нахуй. Вот это большой моб. Вот это большой моб. Его РДДшники. Его РДДшники бьют. Мы клеваем вторую хуйню. В лужах никто не стоит. Отведи чуть еще. Хорошо. Таунки, таунки. Ну на пульте там, ребят. Нормально. Понял, блядь. Молния и по 11 тысяч два раза, блядь. Угу. Ну, косты, кстати, да. А силтроды поставили? Природы. Да, поставьте тотем от сил природы. И, короче, народ, все, кто умеет сбивать косты, сбивайте косты мобам. Если видите, что ваш таргет кастует, то просто, блядь, взял, сбил, и все, и красиво. Кажется, пала надо на такой трэш, потому что у него все время лужи. А мне одного забирать быстрее и проще. Это зависит от того, откуда они выходят. Ну ладно, можете поменяться, если вам так удобнее. Расчет был на массовый стал и на пул. Ну массовый стал не давай. Слип. Сейчас найду, тут идем. Массовый стал раз 20 секунд. Дайте бафы сразу по роге, потому что сейчас отъеду нахуй. Лапу, пристабаф, отойдите. Войд, забирай всех, короче. Я буду толстых перехватывать, если они будут. А так буду помогать. Накуливать не забывайте там. Трапы кидать тоже желательно. Из бомбы выйдите, народ, а вот его урон получает. Косты там тоже не забывайте сбивать. Так ебать, это молния ваншотает, бля. Ну, она бьет по 11 тысяч, бля. Он шот у нас в ХП что-то. Тотем уже стоит, да, вообще? Да. Там у вас пушка, но готова, чем мы не бьем? Заряжай пушку, лок, чей это портал, блядь? Да, это максимум. Все, все в жопу встаевайте. И сейчас домашний босса. Танки пока держите. Сука, трэш уебнуть может. Трэш под босса подведите. Его подклеиваем. И сбивайте косты, кто может, стражем. Рода бегло. Ой, бля. Все, переключайтесь. Трэш. Быстренько подбейте его, а то сейчас, блядь, следующий выйдет, мы пизду получим. Стафил тотем. Там этот. Ладомир как бы валяется. Да. Суф, Берни, Владимира. Его нечаянно поднял. РДД в большого давайте. Там два больших. Так, народ, залейте. Народ, все зайдите в трэш, блять, пожалуйста. Зайдите нахуй. Там, блять, бегает он по одному, по две штуки. Бегите там. Я думаю, надо третьего танка спикать. Блять, нам нужно, чтобы люди нахуй косты сбивали, блять, а не третьего. А то они стоят разрозненно, по одной, по две штуки, их никто не бьет. Ложитесь уже. В лужу зайдите, да. Мобам тящимся, ходите. А, у меня вообще вылетело. Прикольно. Огонь. Вот, ну вот это вот что-то, блять, несерьезно, слово совсем. Короче, тогда все играют по трэшу, неважно, милик ты, РДД и так далее, все играют мелкий трэш, потом только переключаются в большого РДДшники. Милики идут сразу фигачить, потому что, блядь,
Просто сыпьте АУЕ, срез. Ты тогда больших сразу цепляй, выводи, держи двоих больших, там одного-двоих. Войд, типа... мы тогда на тебя будем сейчас всех напуливать. Ага, хорошо. И там этот, по возможности, там расовый станчик подкидывать, и надо все косты стараться сбивать. Все сыпят АУЕ, даже, блядь, РДДшники, когда больших нет, блядь. А там, может, блядь, думаешь, что, типа, блядь, РДДшники думают, что мелких бить не надо, ебать. Стоят АФК, ждут больших. Не забывайте, только вышла, допустим, пачка мобов, вроде сразу дали на пункт. Малах, ты чё, всё? Оф. Были вихрем. Куда Малах? Может, тоже вылетел? Ну, копили. Че, он писал что-то? Короче, не писал. Но он вон в Дискорде сидит. Может, фуритил, правда? Но ничего не писал, может, не рубануло что-то? Бери сразу меня, кто есть. Он зашел. Зашел. Рыло. Рыло. И это еще такой прикол, когда вот она приземляется первый раз, вы всех мобов сводите к ней под морду. Ну, мы старались. Ну, как бы они вообще, в принципе, очень же мобы стоят и кастуют. Там, кого ты сможешь подвести, это только те, блядь, которые не кастуют. Это 4 моба, как бы, блядь. Такое. Молога ребафните. Рыбу поешьте. Не надо бичей, надо просто дать на пул и, блядь, и какой-нибудь АУЕшкой пиздануть, чтобы они в танк шли. Чек где-то кто-нибудь фласки, блядь, дайте. Ткани, особенно выпейте, маги, локи, блядь, присты. А, Сань, ты можешь тоже, а, не, у тебя 25к. Короче, у кого меньше 20к хп, 22, выпейте фласку на саппорт. Да, ДПС захватит. Потому что эти ваншоты, нахуй, пизду их. Нихуя у нее хп что-то дохуя. Просто милики, кто умеет сбивать, вы сосредоточьтесь, вот вылазят мобы. Вы первым делом заливаете самого маленького моба. Он кастует, и каст ему вы сбиваете. Все, потом проблем не будет. Что-то запустили, ну да ладно. Ой, где ты есть? Покупайтесь, народ. Ой, да у тебя точно не ИСТО включено, блядь? Какая-то хуйня, да, опять, да. Блядь. Я срываю просто по КД, блядь. Может, у них просто с агро какая-то хуйня? Ну, ДК хорошо держал, когда мы десятку ходили. Десятки в трэше раза в два меньше идет. Да не, так же, блядь, трэше, да хуя там, Дэн. Не знаю, блин. Ну, просто там не такой жир. Ну, войско сейчас держит. Ну вот моб, у него лоу хп, добейте его РДДшники. Так, два гарпуна есть. Третий, нажми там, лок. Часовой есть. РДД.
кливайте вначале дерьмо, потом РДДшники зайдите. Зайдите. Ворота гляньте через дозор. Любой клив через дозор. Там последний гарпун готов. Заряжай. Все, по боссу. Там стукает, я не понимаю. Стукатель. Стукачок. Нахуй мы ее за два раза посадим, вообще, блядь, три ляма выбили. Я не знаю, где ДПС, нахуй, хуй его знает. Геры не было. Так, ну хорошо, блядь, 4 ляма, блядь, сколько мы раз будем садить ее? 5, блядь? 2 раза. Сейчас выбили 18%, а потом выбьем 30, да? 3 раза, по-моему. Не забывайте, через дозорных играем, там массовые станы, коробки давайте, еще какую-нибудь херню. Но желательно именно сбивать косты. Дай мне это имя. На, лови. Вот стоит один дозорный справа, гуляет. Всем на него пол. А ему ход ждали, стоит. Да я вижу, как он, блядь, стоит и кастует, мне въебало. Нечаянно зальешь по лисочке, суп по себе забьешь. Адамир, иди джагер тебе. Могу тотем поставить. У тебя ж фул мана. Ну давай, ставь тогда свою. Вам. Мана у меня 40%, бля. На пулу не забывайте, народ. У всех на КД, кроме ханта. Причем говорю. Максим, скинь агро. Выйдите там лужа, прям в мелизоне. Села. Че, не да? Балансите, когда она садится, чтобы люди успели добежать. Не, мы не переведем. Ну, вторая взлетка просто. У нас 10 минут есть, нормально бейте, ебать, бурстите, просто сдавайте бурсты под эту под притяжку. Тут бирса 15 минут. Есть показывает. Ну, в смысле, сейчас еще. 10 минут еще есть. У нас какие переходка? 50. Еще раз летим. Нормально, вот next притяжку, блядь. Next пуск можно будет геру давать уже. Луки, там за гарпунами следите, только, блядь, зарядили сразу, стреляйте. Сейчас мы под гиру ее переводим, надо под гиру максимально пробурстить. Сереж, при этот иннер. Сохрани, пожалуйста. Давайте. Иннер пусть хранят для хилов, хилы сохнут по мане. Так грамотно на пулу, потому что я заебался вставать. Уже все, да. Я опять вставал. Блядь, ебаная бомба, блядь. Снимите, блядь, бегайте. Пол столба нахуй отрывают. Добейте правого дозорного РГДшника. В луже стоит моб, добейте его, блядь. Так там убейте шаману, чтобы он до нас дошел. Одно из них. Большой. Сразу отводи его, а миляк сейчас я на пулю. Вот. Так далеко. Далековато сейчас, на другую сторону. Тут слишком далеко, видишь? Я. Лужа, выводим. Там каст.
Бам, нахуй. Еще каст. Пойл он сбил. Так, третий гарпун зарядили, нажимай. Там еще этот четвертый еще гарпун. Жди кола гарпуна, нажмешь как-то. Сейчас четвертый гарпун будет через 7 секунд, она садится, блядь. Этот, чтобы, блядь, трэша не было, нахуй, тогда его только, блядь, прожму. Да-да-да-да, я прожму сам гарпун. Там где-то часовой. Большого, ебашьте РДД уже. Все, можно нажимать. Там большой остался. Гера пошла. Репутно нажимайте свои, переводите. 10%, блядь. Мы переведем. Дотами навешивайте, да, блядь, переведете на. На 5% переведем. 30 секунд у вас есть. Все, перед ебалом не стоим. Срез. Смотри, веду как будет против флаги. Стрелки. От... Хорошо. Ой, Дэн, дай. Сколько там? Стаков 5 на тебя будет, пускай Войд заберет. Ледяная бомба, отбегите. Выводи из лужи. Я ставлю босса ровно на лужу, чтобы вы как раз в ней били. И вас не коцало. Кювик с коша, да? Все, забирай. Забирай, 4 стака, это уже все будет. Ой, забирай. Точно так же веди, как я вел. Все, у меня спалисты. Могу в тотем поставить его. Жди 50 секунд. Проще будет. Суф, иди по джаги побей, по желтой, по синей. Охуеть, блядь. Да добивайте, 2 ляма осталось, все там, успокой. Саша, достань меч, я очень прошу. То пойди нахуй, блядь! Сфера. Ну если в босса, то осмотай топ-1. Высосал, блядь. Два манускрипта, ничего себе. Сфера, божественная, блядь. Буря, а как раз он Егору одну артстайлу, да? Угу. Чего за это руническая сфера? Это что? Это для крафта. А, это типа сорокиты только, блядь, для бедных, да? Yeah. Ну, типа того, блядь, ебать. Как сферы СК, короче. Это, наверное, суфу, да? Такое надо, это да. Го, короче, это, я влево агрить, я право. Не-не-не, не надо, не надо. Тут можно одного сагрить, просто сагрить одного. Тут аккуратно. Починили, тут починили, короче. А вы тут работает контроль, да, они писали, что все. А что работает? Что, сагрить одного, второго не трогать? А, вот он агрит тогда. Тогда ебашьте на него из... Я херню. Фиряется. Фиряется он все, блядь. Он в фире бегает уже, как это не фиряет. Ой, Арчи, я хз, я обнулил. Это тут смысла смотреть нету, ебать. А че, ну у нас два танка, давайте сведем просто, нет? Так он бегает. Стаки, вижу. 12 стаков, по трёхе хуярит. Че, эти манускрипты, они типа сильнее, чем те, которые есть? Наполовину. Сказали бы, что диминишинг уже, ёбаный в рот. Че вы стесняетесь? Пока вихер... Так, кстати, надо было, блядь, по одному их агрить. Они не агрятся по одному. Не знаю, я сагрил. Все, теперь... Можете давать. Хотя смысла нет, уже так забьем. Вам станчики можете раздавать, у кого еще нет КД.
Милики, найдите стаки и подкидывайте. А то вам будет... 14 стаков, блядь, это пизда. Там он уже ставил 29 уже, нахуй. У меня кош на КД, я бы скинул с удовольствием. Дима, нажми бабл, снимал. Не помогает, да? Ладно. Ну, а я заберу Войт и скидываю стаки пока. А, он все. Кончился. А ты типа спрашиваешь? Details боссов не показывают, показывают зачистка мусора, блядь. Эти кидаются в изгнание. Ну, их можно агрить по одному. Поэтому сагрите чуть-чуть, подведите сюда и будем бить. Косты сбиваются станом, поэтому там одновременно стана не давайте. Кто-нибудь там вар пускай позбивает, потом там какой-нибудь пал я. Я рывками сбиваю. Рыло, не сагри. Саня, да не, срез сзади. Опа, кольчужные штаны, блядь, хаст МП5 226, блядь, привет. Привет. Нифига. Че, забаните одного? Они без сакета. Да и че, там хосты дал сколько? Да, Локи, забаньте его, дай мне. Ага, спасибо. Не, просто дайте по нему, а, все, это, блядь, анимация ебана. Вихрь вот это сам. Нет, просто кто-то... Выведи сюда. Ну еще ходит медленно, блядь. Вот этот вихрь самая параша на нем. Ты сбиваешь каст. Включайте тактику, чтобы время потом не тратить. Бить босса можно ли стоять, все. Я его просто перед полом сейчас опять начнется, на полчаса здесь бежал. Там, короче, нечего. Каст 3 секунды, то ли струи пламени, ну, чекните по книжке. И вот если он кастанет его, он в конце топает, все подлетают. Если в это время кто-то кастует, то сало вешается на 80. Вам проанонсят, когда стопнут, да? ДБМ на все, блядь. Ой-ой-ой-ой, блядь, Саня, замыть, пожалуйста. Человека. Вам, я проанонсу, когда нужно каст топать. Все, расскажите домашнее. Ты, Максим, в конце, когда он уже топнул, блядь, говоришь, стопать, и каст снимать. Я с тобой 10 уходил уже, блядь. Да ну, ДБМ, блядь, пищит, нахуй, когда начинает кастовать. Че, глухой кто-то? Пропищал нахуй, тут Максим, стопайте касс, когда он уже выебал в курсе. Разверни этот срез в другую сторону, он, блядь, дышит больно, ауе. Будут лужи, ну, танкам тут рассказывать не надо, Войд знает, что делает. А кто на подбивании? 5к, или тут больше надо? Да хуй его знает, сколько тут надо. Это то же самое. Какой-нибудь хант, блядь, да? Да нет, пизду. Шов, пизду, ты не можешь свичнуться в другого моба и стрельнуть один раз? У меня, блядь, один скилл только может его аркан, снести, блядь. Аркан маг есть? Любой маг, блядь, любой дамаг, блядь, любой крит. Ну вот именно, что любой крит, нахуй. Я мне могу, хотели, я могу. Молодцы. Сань, ты можешь босса, я буду свичить. Мощная атака нужна. Нужна не мощная, а быстрая атака. Мощная? Ну, в прошлый раз Саня всю эту зарядил, и толку ноль было. Пока я мощным ударом щитом не разбомбил и не сдох. Я еще тебе пыткой помогал, не пизди.
Арк, если что, вместе с Саней на подстраховке, хорошо? Угу. Там уже шок выброс, в него хуярит и все это на Верочку. Да, кстати, тот стрим, который я вчера смотрел, он не то, блядь, извращением с десятки народ занимался, а просто по треугольнику водил. Первая метка вот здесь, где я справа прыгаю. Зеркально, вторая там. Вторая стоит, и третья опять слева, да? И, нет, вторая, где вот народ сейчас бьет этого моба, и третья просто как вершина треугольника где-нибудь вот здесь. Так понимаешь, ну, ты это, его типа, пульт вообще... оттуда, да, стоишь там, первую лужу под ним льешь, вторую идешь сюда справа, льешь третью слева, потом так по кругу и ведешь. Типа. Потому что вообще без разницы, где лужи будут. Две ебаных метки, одну вот здесь. Мы его вообще параллельно водили, вот так от речки к речке, блядь, и все. Ну же видишь, он уже когда в ковш берет, он рывок делает. Так что без разницы, где лужи будут. Главное в них не стоять, вот и все. Ставьте руку, пожалуйста. Дайте ребах по ханту. Тайминга не должно быть к РФК и этого ебучей лужи. Че тебе? Рыбку и ребах. А что? Рыбку ставлю вот здесь. Я понимаю, что да. Рыбку ставлю. Так я отойду на 30 сек, пока там рыбу едят. Дайте ГБ кто-нибудь побрать. ГП? Пожалуйста. Ебать тебе, нахуй. Пользуйтесь. Там банки не пиздили на ману? Нет, не пиздили. Ну попросил бы, я бы тебе дал баны. Ну чем ГБ есть. То есть просто почему три метки, то что сначала танк вот здесь его жопой к нам танчит, потом танк перебегает туда, здесь танчит жопой к рейду, чтобы РДДшники и хилы вообще не бегали. Потом перебегает туда и здесь жопой танчит, все. То есть никаких проблем. А офф-танк, ну также типа подводит всю эту пизду, типа, блядь, поджигает. В луже подводят сюда, пшш, остудил, разбили. И также с той стороны. Две лужи, да, задействуем? Ну, типа, ну да, две. Три у нас, да, в итоге, получается, с портфелем. Что с прямой? Морозной руной кушайте. Кстати, да, можно морозную руну, у кого есть, сожрать. Они поначалу неплохо так помогают. Прямо от огня у нас он. Ты в холле паладина, блядь. Плюс ретрики. Тут, в принципе, только прота нужна от ротика и от огня с третьей. Вот так танчим, босса. Вот в этих. Да, ну примерно так. Мы танчим в этих двух и одну, короче, вот посередине. Там же типа три метки. Короче, типа крестик, одна немножко, там даже немножко, да, немножко дальше, где стоял Денис, и одна так. И вот, получается, танки будут кидаться лужа, завел моба, блядь, поджег его, затушил, ну, чтобы ему удобнее было бегать. В луже, главное, не стойте. В ковш берет, я не знаю, там, сразу холипал один из них, там, Ладомир или Лисочка, просто холилай, там, нон-стопом хуярьте, оно бьет очень больно. Оно в десятке по пятере било. А еще там кто сидит, там может сам хилиться и любую хуйню прожимать. Ретрик сам флешки, да, может взять. Потому что, блядь, в десятке было, меня по пятюре било, блядь, и Егор в лоха отдавал, блядь, чтоб не сдохнул. Чек. Чувствую готовность. Так, Сань, обновим-ка. Че, гер из пола будем давать? Ну да. Ну, а как будем пул-то, дам. Кого на пул среза? Нет, Войдла. Че, я босса, что ли, или че? Да, Войдла и босс. Не подходите туда, вам подведут босса, блядь. Куда вы пошли все? Да, вы отошли назад. Вернитесь нахуй обратно. Вам на пуле перейдет. Стоите и все, и не паритесь. Ань, пула, ебани, лайка ему. Давай, на пул пошел уж. Давай, подавай ему. Веди. Акула, давайте. Что там, Гера будет, не? Гера может, да.
собака какая-нибудь. Прекратите. Прекратите. Кто-то ж там хотел анонсить, блядь. Анонсить, блядь? Анонсить, блядь? Я в ковше ебану. Давайте я поговорю, блядь. Файн, БР, не Абу-Даби. Лога прохиливаем. Да чё с этой хернёй? Почему стаки спадают? Стан не давай. Лога, хилим? Стоп, я завел это. Сокру давай. Срез. Его надо держать ровно в центре лужи, не с краю, а ровно в центре. Да, да, самого. Понял. Сув, дай по безредному БР. Заводи его вовнутрь и посмотришь, начнут стаки копиться. Пошло? Ну да, я считаю, это в прошлый раз и это ближе к краю работало. Так, давайте взрывайте. Сашки, ебашьте моба, свитч в моба, быстрее, сзади. Топ-каст, топ-каст. Но я моба ваншотаю вспышкой. Мир, давай. Бабл массакру. Хуёво. Лока захиливаем. А моб выше. Пусть нахуй. Арчи, я не хил, похилил. Топ-каст. Не в тул уже ты срез повел, он сейчас пропадет. Пропал. А, я упал. Прохилить млага. А, блядь, не успел сейчас точек. По сути, добьете его, как бы рейд живой, хп половина нет. Так, все, вас остудил. Идет рахня? Протопал, дашь массакру после удара? Перед ударом даже можешь дать. Перед стоп-кастом. Ой, слышал? Блять, я потом скрин панели дам, сука, нету места на массакру, сука, надо вытаскивать. Ебать ты. Стоп-каст. Хуй с тобой, давай. Мурмура, пой гимн на хп. Среза прохильте, блять. Ебись конем. Бэр. Школьника. Забрал. Школьный кош, прожми и ложи. Так, выходи, я забрал. Среза, пробафайте каску, нахуй. Ебу барабаны, не будете бафать. Все, пробафай, не переживай. Готов, Алисочка? Если что, через полтинника дашь массакру. Да куда? Тупой болван. Стоп-каст. Стоп-каст, давай, нажимай. Красотка прям. Так, ступа. Блядь. Ну ничего страшного, захилим. Ну зачем ты меня взорвал? Ну подожди, пока я вылезу, ну ёбаный. Кто нахуй там, блядь, такой резкий, блядь? Рыло, да ты вставь? Арстайла, захилим. Уже ставил. Бля, ну я же тебя просил, ебать, того, чё. Анонси мне. Вот без маны вообще все сидим. Я буду заводить мобов. Ты когда сдаешь, мне говори, чтобы я гимн сдал. Больше маны будет. А? Ребята, кто не знает по механике, блядь, сюда. Когда моба он завел воду, он закаменел. Все, кто стоит рядом, если моба, блядь, лопнет, все сдохнут. Милики, служи, не повыходите, стоп-ка. Блядь, поумираете нахуй сейчас вот на косте, блядь. Вот прям как сейчас Сашки умрет. Поднял. А в смудейхе, пизда. Нормально, добивайте. Ну тут как бы слишком дохуя уже лежит. Силы были живые, добили спокойно. До берсы времени вагон. Ты давай, вообще, по-моему, нет. Пизду, нету АУЕ прохила, пиздец. Тут даже фулл щиты на всем рейде не спасают, прикинь. Один хуй тут туда умирает, блядь. А ты в ДЦ? Я в ДЦ. А, та нахуй, спекаться холи пусть. ДЦ надо будет на роботе быть. Ну это понятно. Чё, сказали, а чё тебе понял? У нас ни нечаянно, ни кот, не сдали транквилы, блядь, ни одного. Точнее, понятно, что ни одного, хотя бы один. Сейчас и Егор еще сделает билд с массакрой.
Ой, сука, выноси ебучую, блядь, масса. Да сейчас вынесу. Смотри просто, я скрин дам, тут вообще места некуда. Сейчас что-то выкидывать надо. Блядь, сделай, скачай себе баттрендеры, как это нету места, блядь. И суф там делал. Не хватало. Сделай себе бинт на мышку, ебать, чтоб масса давать. Там мне мышка обычная, блядь. В баттрендере можно нахуй 12 панелей себе въебать, или 10. Кому говорить, когда я говорю... Никто, пожалуйста, не пиздите, чтобы люди слышали, что я сказал массакру дать. Может, а вы сами видите, какой урон проходит, блядь, по рейду. Владик, поанонси тогда сам, чтоб стоп-каст, чтоб гула этого не было. А то, блядь, в пятером нахуй говорите. Стоп-каст, эхо такое, я в ахуе, думал, что в комнате кто-то есть, ебать. Просто говорите, остановитесь. Да, остановитесь, блядь. Уже после удара так же было. Остановитесь. Ставьте шкаф тут. Сейчас присумоним Егора, он тоже билд с массакрой сделал. Что, рыло, запомнил? Говоришь, да. Я сразу пою уже, прям без команды, без тебя. Все, я тебя понял. И это, ребят, мобов в воде буду только давайте я убивать. А то сейчас срезок кто-то слил, нахуй. Давайте срезы еще дадим. Ну, кстати, эта идея неплохая. Поддерживаю. У нас, кстати, 4 СС, дайте на всякий случай по танкам. И, наверное, в суфа. Секунду. В суфа. Кого еще видит этот СС? Нечаянно можно. Да, ну, давайте да. Безвредный суфа, Малака, Владимира, Асмодея, я не знаю, в Слепкота, а последний лог в нечаянно лучше. Может, в танка один хотя бы? Да, танка... Не должны уронить. Ну, уронить он, нет, его убили нахуй мобом, блядь. ФР в любом случае, он отошел просто, видишь? В тот момент, когда прохиливать рейд надо было. Да. Я по нему только если зарядил он умер, короче. А его убили мобом. Моб, да, взорвали мобом его. Нет, два раза так. В один раз я просто пережил, один нет. Ну, надо чинить. Слепкота нечаянно, инера не сливайте по себе, пожалуйста. Сейчас маны вообще нахуй не будет. Кто второй, если что, сможет моба ударить, если мало ли я там в ковше буду сидеть? Да там в ковше. А кто первый, блядь? Максим, ты? Нет, и Лоя, я убиваю. Ну пускай Саша тогда на подстраховке будет. Да, хорошо. Так, три не поменять нахуй. Слышишь, Владик, этот, у Егора тоже массакра есть, если что, там, говори ему. Четыре массакра у нас, да? Ну все у нас, да. Когда совпадает. Все, макро сделал, заебись. Только не забывайте бабл или прожимку тыкать на полтинник, что вас сложит сразу же. А он, получается, когда, типа, бьет, типа, в рот выбрасывает или что? Когда, блядь, он каска дает, после каска? Не, он просто чаржится. Чаржится и берет в руку, ну, в горн кидается. Припаливает очки. Бегал там, то на меня горн сорвалось, то, блядь, на еще кого-то. Не, она не срывается, он просто выбирает рандомную цель. Чаржится просто. Я понял. Ну, джагой. Оба хапало, да? А че, говнар стоит? Владимир, Владимир, бей синий, не трать ману. Пускай его нависочка бьет желтый тогда. А, Войт еще бьет желтый. Бейте тогда синий хапало, чтобы у вас мана меньше кончалась. Че, мне желтый бить или синюю могу поставить? Хапало синий, Войт желтый бей. Наоборот, хапал должен бить желтый. Вы че? Он же очень сильно хилит рейд. У него же повышенный. Каждый подходное соотношение идет, как и у протопала, блядь. Короче, синюю поставил хапал. Че у пратика 900, блядь, че у холика 900 максимум. Ничего не изменилось. Ладно, короче, разбирайтесь. Поставил войд синюю, если что упало. Желтый войд поставил. Геру, давай? Да. Маны все равно одинаково приходят от любой джаги. Сами 1.5% полипало важно. Меня прохиливаем. Готовимся стопать каст.
стоп, каст. Давай, Алисочка. На тебя вся надежда. По Квиксу ВР пока не даем. Разбивай. Да, я слежу, слежу. Суф, БР. А, сейчас откатит даже БР по лисочке. Стоп-каст. Так, хилим. А что, всех пингует, да? Не. Абу Даби прохиливаем. Глыбы не могу нажимать. Щиточек огненный. А, нет, нажал, нажал. Топкаст. Давай, Алдамир. Разбей. Там два бэра хотелось. Сука, далеко от рейда был. Суф по Алисочке. Кот отдай по Сане, по смекалке. Сразу пробафайте каску. Пробаф, дайте кто-нибудь, блядь. Лапу нажмите. Малага прокиел. Духа дал. Вот, сдашь следующий на стоп-касте. Угу. Сразу же, я говорю, стоп-каст, ты даешь, короче, массакру. Прохиливаем. Саня, удали. Я умер, если что, шоты мобов. Или я кто-нибудь. Шотите моба. Шотите моба. Массакру. Разбейте моба, Хант. Давай. Молодец. Не уроните мага. Саню не уроните, блядь. Саня, живи, ебать. Прохилили. Живу. Следующий Телдрина дашь. Лисочка, сколько даю тебе еще? Давай ТТ поставлю. Рыло хилим. Рыло прохиливаем сильно. Сус, дай инер по этой. Стоп-каст. Телдрин, давай. Могу косты поанонсить, все равно мертвый. В лужах не умирайте, милики, аккуратнее стойте. Дэн, дай мне инер. Что, ставить тотем? Опять давай, меня взяло, Саня, давай, разбить давай. Надо будет тебе. Ставь. Маба. Не спеши разбивать, пока срез оттуда не ушел. Повезло, что сфух. Похиливаем. Стоп-каст, Лизочка есть? Хилим тогда. Нет еще. Давайте, на мужика. Хилы молодцы вообще. Блин, я что-то не в ту сторону повел. Да, Сань, давай быстрее. Осквернение, блядь. Ну, не осквернение, а заражение, наличие герона. Флурид посаживается, блядь. Да. Лечите меня полностью. Всегда. Говне. Стоп-каст. Сань, там еще один уже вышел. Алдамир есть? Или Алисочка? У кого из вас там появилась? У Войда есть. У Алисочки Войд. Есть, но Пабло нет. Давай, Войд, ты газдашь, если тебе есть. Мурмур, сдашь гимн на ХП. После стоп-каста сейчас давай. Стоп-каст. Танков хилим. Там гимн поет. Сейчас не взрывайте, а то убьете меня. Давай, в меня. Лопайте моба. Давайте. Их два там. Красавчик. Дайте кулак по разу по хардоку там бафает. О, спасибо. Молодцы. Так, меня чуть-чуть похилит. Стоп-каст. Алдамир, массакру.
Саня, сделай доброе дело, перекинь мармура к нам в пати, пускай он гимн споет на фан. У Егора сакра есть. И наш, короче, под стоп-каст. Я КДшек не вижу вообще никакого. И мана нет. Давай, Егор. У меня окошко рейда забагалось, я там не могу. Вот, перекидать. Что за хуйня началась? Алло, ребята, блять, расслабили булки нахуй. Да булки-то не расслабляли, вот. Берди суфа, нахуй, там кого-то хулипалов, блять. Так цесы же были. Все, понял, блять. Диски массивы. Раскол безвредный, бани. Софья, у тебя есть трамплил? Если есть, давай. Мамур, если есть гипс, давай. Хорошо хилю. Пока могу хилю. Да это все будет, ребята. Хилов почти нет. Там без маны. Только рыло еще чуть-чуть есть маны, и все. Ну, пусть Мамура хилит, блять, на этой. На вспышке. Тут два моба, три уже. Можно. Три ляма, можно мобов не заводить никуда, просто босса бей. А, не заводи, держи просто их, срез прижимайся, если что. Да я так и делаю. Сейчас. Ой, тоже пожимочки отдавай. Нахуй под ебалом стыки, Саня, ты чё ебать? Хильте, да, хильте, да. Сейчас. Арчи, хиль. Все хильте. Похил меня! Надо, короче, как на лохтибе ебать, орехи всем раздавать. Да не обязательно, ну орехи они как бы раз и всё, блядь. Типа, ну... Раз, а в такой ситуации, когда массакра нету, когда один хуй спасает. Типа, Эльем, сколько там, там Эльемов? Завалитесь маленько, дайте, может, сейчас убьём, блядь. Да, блядь, упали все вообще. Это, так, полтора кстати. Ляма, блядь! Ну и дома топи-то лучше. Полтора ляма, у нас три человека живые, блядь. Давай, давай, я хилю. Я кай, чё, пацаны, давай, давай, понеслась, блядь. Два раза только сдох зазря. Сука, лям 300, блядь. Сейчас убьём, лям 300, сука. Это хейтеры, блядь, а не босс. Добивай, давай. А, всё. Ну нету берсы. Хилшотиков, давай. Давай я спекнусь по хилю тоже шестым. Вы же в берсту не убираетесь, давай. Как уравнивать. Кьювикс и школьник. В момент того, когда он кастует, когда говорят стоп каст, нажимаете ложный выпад. Он тогда по вам урона не проходит. Вы сдыхать не будете. Ну почему я не сдыхаю, вы сдыхаете по КД? Блять, это пот ебать. Что-то. Ну я сейчас вообще припотел в плане хила. Это еще жопа какая-то. Робот хэм еще жуще. Думаешь, сердце убьем, Саня? Сердце убьем. Убьем. Там по нему урон. У него да. Да, убили вчера. Там по нему урон просто сумасшедший залетает. Огурчики берем. Суманите, пожалуйста, Абадеби. Денчик, сядь, пожалуйста, на это, на мамонта. На бутылку. Килы, эти фласки-то пропили, там у вас все пропили. Не знаю, Арсал, у тебя есть билд с сокрой? Должен быть. Победитель. 20 секунд било. Рыбку поставил. Возле мамонта, если что. Починитесь тоже заодно. Чтоб потом, блядь, вас не бэрили, а вы мертвые нахуй. Макс, отдашь, короче, по суфу. Малак по нечаянно. Куда Асмодей по слепкоту. И... еще один лок. КД ждем. Да, давайте, да, давайте пару минут подождем, там бэры. Это 2 минуты к бэра, только у слипа. А, ну ладно. У суфа тоже на КД бэр. Арсталь, Арсал, у тебя билд есть, блядь, с массакрой? Я говорю, забыл сделать. Ну иди делай. Так 4 сейчас есть или нет? 4, ну 4 есть, но они не успевают откатываться. Да, в смысле не успевают? Один гимн есть еще. Два гимна есть. Всего хватает. Так там вы как бы даже и без хила бы могли, просто есть вот, ну, два шамана, Элем, Энг. Да, два шамана, видишь, они будут отдавать цепнуху с НС-ки, типа, тоже прохил охуенный. Ну да.
Да даже если без них бы было, Мумура тот же дал молитву исцеления один раз, блядь, и все, хилам такая помощь будет. Два шамана цепуху дали, которые ДДшники, и все. Ну, по одному-два раза, и все, пиздец, и дальше дамаж. Локи могут хп пососать там. Да, да, да. Палатины могут себя флешками, ну, хотя они хилятся, молодцы. Я не должен. Мумура еще точек по себе закинуть, там, гимн спеть, флешку потыкать. Молитву там восстановление закинуть, тоже красиво. Просто тема. Если Мумура будет выходить, тоже как бы у него облик теряется, там, шаманам попроще будет это сделать. Чтобы выжить, не потерять облик, это не так страшно, как бы, блядь. Я же 25-кой вас, блядь, хилил, когда у вас 3 хила живых было. Ну, смотря сколько хп у него остается. Ретрики, флешки могут помочь. Женёк. Могут тыкать кнопки. А, ну, в принципе, у нас есть этот Сашки, чтобы он тотем ставил, да? Мелихосту. Ты что, перерыв или что у нас? А, 3 минуты еще, я прошу, хотя бы. Сашки, Сашки. Сашки, ты тогда мелихосту кидай, шо, потому что Женёк анхолика пошел делать. Нихуя не пойму, тут, блядь, 3 спека у всех, блядь, и все бега делают билды. А чё по ДПСу на том трае? Какой я был, скажите, пожалуйста. Вот это третий. Нормально. На этом трае был. О, ничего, драндулет. А кто водила не показывает? Суф. Мегацикл. А сколько стоит вот этот мегацикл? Он на шкатулке выпадает. Ага. А ракета есть летающая, которая двухместная? Я на своей ракете могу двоих прокатить, кто хочет, кого покатать, блядь. Не, я не по этим делам. Ты не по этим делам. Кому точно? Короче, ты не астронавт. Да. Эй, Егор, давай парный дрифт погнали. Тут. Давай на конях, на перегонки. Нихуя, что ты захотел. Давай, кто от этого бассейна до того доедет быстрее. Вот ты коня врубил. Да не, не врублю. Давай, ты давай отсчитывай на счет 3. Или что, Илья? Ну давай на счет 3. Раз, два, три. Да, вот я стартанул рано, да? Какой быстрый. Всё. Лот победил или кто там? Рестарт. Ну, через мамонта перепрыгну или нет? Хуя, ты что захотел? Ну-ка, блядь. Да я без маунта даже перепрыгну через, смотри. Нет, это вот это дрянь так прыгает. Это где мой издовый петух? О, а вот эта хуйня прыгает? Да я лучше полежами пройду, я маленький. Не ждал. А вот эта хуйня. Вообще не прыгает. Это у этого крикуна такая анимация, он высоко прыгает. Ты, сука. Курлык, блядь. Курлык. Откуда эти маунты? Так, чё, вместо кого арчи закинуть? Я, по-моему, за 18 уровень. Это, на лояльность. Как чисто дрон. Кирюха, я буду звать тебя дрон теперь. Сука. Сашка, Александр. Так, чё, все тут? Да, я систы заебал.
Суф, если что, посидишь с этим, с нечаянно, можешь себе иннер позаливать, на 200 темах выживем. Ну да, я себе держу иннер, да. Влад, я тотем рано сдам. Ну как, ну, сразу. Ты говори, я только по второй сдам. Да. Подрыло. А, под второй, ну хорошо, давай я просто. Я, кстати, даю 5% маны, ну и ресурсов. Можете меня перечитать. Короче, пацаны, ситуация такова. Роги, друиды, паладины, кто может как-то, блядь, себя похилить или с этого срезать урон входящий, всегда перед кастом, который стоп-каст называют, тыкайте кнопочки, блядь. Постарайтесь чуть-чуть помочь хилам, потому что это потеря. Владик, давай просто выбьем все сапротики, блядь, это нам облегчит жизнь. Не то, что облегчит, это удольшит немножко. Персы нет. Ну... Один хоть дольше мана сядет. Да, бля, мы сейчас 6 хилов, я уж не думаю, что мы сейчас упадем, бля. Ну все, ладно, давай. Локи, Асмодей, Слепкота, Малак, закинь в нечаянно. Макс, ты закинь в Суфа. А, четвертый лок, закинь, наверное. Ну, в меня закиньте на всякий случай. Да, давай, это Войд говорит, давай Войда. Это срец. Среза тогда закидывай. Дайте Кирилл, мне слышать. Кирилл, поносишь этому срезу, когда там сбивать, ты там мобаем сбивать? Когда моба убивать? Да. Так, конечно, срез сам не может сказать убивать. Он сам говорит. Я ему сейчас так скажу, что он стохнет. Я говорю, когда будет стоп-каст, если вы в ДБМ видите, что будет стопать каст, сдаете бабл, массакру. Если нет бабл, сдаете полтинник. Божественная защита. И все будет красиво. Скажи там по сакрам, кто первый, кто второй, кто этот. Я буду в бою анонсить. Полтинники все читаемые. Да что проще им было, блин. Ну, Алисочка первая, Ладомир второй, Телдрин третий, Арстайл нет, Войтага четвертый будешь давать. Арстайл вроде сделал билд себе с сокрой. Сделал? Ну все, тогда ты пятый будешь давать. Потом Алисочки уже по идее откатываются. Гимны, Мурмура, не сдавай их. Если на ману можешь себе сдавать, короче, на хп по команде ставишь. А может как-то договоримся, давайте я его лицом буду в печку держать, а вы типа вот с этой стороны. Чтобы свечка вон на грибе гильдии стоит, нормально все. В печку. Слышите, дайте один на пол мне, один со старта. Еще, такая хуйня, пацаны. В пизду ваши эти ебучие метки.